ребят, всем привет! Мы уже заселились, у нас прикольный номер, тут одна комната, я вам покажу, но вид у нас прям на море. Вот, смотрите, как прекрасно. Так, рум-тур, вот наша дверь. Мы заходим, у нас сразу холодильник, мы уже разложились, полочка, кровать, это Ярик. Вот эта картина, кондиционер, здесь шкафчик, здесь телевизор, здесь стол. У нас здесь уборная и душик. Дорогие подписчики, всем привет! Это репортаж прямо с места событий, а именно море. Конечно же, после того, как я помыла голову, мы попали под душ, и она снова мокрая. Пикник тайм будет закатный, понимаете? Я забыла нож. Делаем как могу. Сейчас смотрите, что из сумки достану, что сегодня на нашем пикнике. Прекрасные спелые персики, которые мы уже успели купить у местного дядечки. Сырочек для того, чтобы покушать вкуснейшие круассаны из сельповые. Если еще не знаете, то там очень вкусные круассаны. Это наша таковая вот как бы скатерть. Вот такая. А это Икея. Реклама не спонсированная. Открываем сырок. Винная тарелка. Ой, сырная тарелка. Слышите, этот прекрасный звук моря. А посмотрите на эту красоту. Мы забыли свой штопор в Киеве и думали, попросим, где-то найдем, короче, в Одессе, а в итоге попросили у владельца квартиры, которую мы сняли, и он нам дал свой штопор, потому что мы возвращаемся в его квартиру через 3 дня. Так что супер. Спасибо, хозяин квартиры. Вашему вниманию предоставляется прекрасная бутылка 2020 года. Стаховский. Натуральная винодельня. Это теннисист Украины, который решил делать вино. Это виноград, который выращен в Закарпатье. Я не знаю, что говорить про этого теннисиста. Говори, Вася. Значит, что мы видим на этом прекрасном снимке? Ярослав открывает прекрасное натуральное вино. Yes. Yes. Очень вот люди. Прекрасное, очень натуральное. Хотел сказать, что все эти люди сейчас уйдут, и у нас будет вот такой вот пляж пустой. Вау! Так на разные уши слышишь волны. Слышишь? Да. Слышишь? Мне правда голова закружилась. Да, да классно. Hit around. На часах 6:30 мы уже идем на море, но не просто купаться, идем завтракать, пить кофе. Good morning, guys! С вами Breakfast Club, и сегодня у нас будет прекрасный завтрак. Йоп, так. Гранола. Приборы из доставок, когда мы в Киеве заказываем доставку еды, там иногда приходят приборы. Я обычно пишу, что мне не нужны приборы, но они все равно будут. Это горячая вода. Спасибо. Это книга для красоты.
Это кофе, который мы будем сейчас пить. Это натуральная Бурунди. Вот. И пакет для мусора еще есть. И антисептик. Такой вот завтрак. Ты еще не проснулся? Да, еще. Мы пришли на лавочку. Сегодня наш пикник будет происходить здесь, с видом, как вы видите. Малинка, сорванная с грядки неподалеку. Оттуда же помидорчик, помидорчик и огурчик. Козий сырочек. Сейчас будет натуральное вино. А здесь самое главное. Это кукурузка от бабушки, малинка от бабушки, овощи от бабушки. Внук от бабушки тоже ушел, господи. Винишко вот это вот какое-то очень тоже вкусное, от бабушки. Я считаю. Все. Последний вечер в Санжейке. Мы пришли смотреть закат. Ярик очень рад. Такая вот красота. Уже на выходные поприезжало много людей. Чикс. Чилл.